Компьютерная презентация о корпорации ВСМПО «Ависма», подготовленная директором по развитию бизнеса Сергеем Ледновым, наглядно показала оснащенность цехов ВСМПО, технологическую цепочку по выпуску титановой продукции, а также географию ее поставок. Декан Виталий Соловьев рассказал гостям филиала о специальностях, количестве бюджетных мест, минимальных баллах ЕГЭ, с которыми можно стать абитуриентом. Также руководитель филиала затронул финансовую часть студенческой жизни очников, отметив, что размер стипендий благодаря поддержке ВСМПО начинается от 12 тысяч рублей, плюс к этому оплачиваемая практика и трудоустройство, начиная с третьего курса. И еще у салдинских студентов есть уникальная возможность во время учебы попробовать себя в разных направлениях производства. Мы пришли как раз, чтобы узнать, где можно развиваться, что более потребно сейчас на рынке труда, и уже определяться со своей профессией. То есть я для себя узнала больше о целевом направлении и на что нужно сделать акцент в выборе своей профессии будущей. Считаю, что я не ошиблась выбором физмата. Я очень рада, что я учусь в профильном классе и уже в плане будущего подготовку себе устроила мощную. То есть, возможно, с инженерией что-то будет связано, моя профессия. И сегодняшняя презентация дала мне пищу для размышлений. Я думаю, что все рассказали развернуто. Кто заинтересовался бы этим, кому это бы надо было, тот бы все, я думаю, хорошо понял. По окончании информационного блока преподаватели вуза провели для школьников и студентов техникума экскурсию по учебному корпусу, а также организовали тренинги и мастер-классы совместно с ведущими специалистами ВСМПО.